То, что компьютер и социальные сети стали нормой нашей жизни, не вызывает сомнения. Однако порой у многих развивается зависимость от компьютерных игр, интернета или социальных сетей. В основном такая привязанность развивается у молодых людей. Порой они злоупотребляют положенной нормой и проводят большую часть своего свободного времени за монитором. Специалисты утверждают, что механизм зависимости от компьютера такой же, как и другие виды зависимостей – от алкоголя, табака или наркотиков. И человеком движет желание получения удовольствия. Ситуация с виртуальной зависимостью усугубляется и тем, что эта проблема скрыта и не лежит на поверхности. Причины, по которым детям или подростки пропадают в компьютере, психологи видят в семье. Ведь порой родители, ссылаясь на постоянную занятость, не уделяют времени должному воспитанию. Чрезмерное увлечение компьютером, будь то социальные сети или компьютерные игры, могут привести к серьезным и нешуточным последствиям. Это прежде всего нарушение зрения, искривление позвоночника, изменение психики и поведения человека, нарушение социальной адаптации. Пренебрежению подвергаются не только отдых и сон, но и питание. На фоне компьютерной зависимости часто возникают различные заболевания желудочно-кишечного тракта.